зрителю будет интересно, почему на пляже команда начинает. А у нас ремонт в зале просто сегодня, да? Лето прошло замечательно, хорошо, полностью отдохнули. Очень большой перерыв, такого практически не было до этого, 3 месяца. Очень соскучились по тренировкам, по волейболу, и поэтому с большим желанием возвращаемся снова в команду. Ребята, в общем-то, уже начали работать не с 19 числа, а с 1 июля. То есть у них была специализированная программа индивидуальная. То есть мы отслеживали то, как они, то есть готовились к втягивающим сборам. Да, то есть первый сбор у нас, там, условно говоря, 3 микроцикла, это втягивающий. То есть ситуация, где они входят понемножку в ритм, потому что реально очень большой перерыв. И чтобы не рисковать их здоровьем, то есть мы постепенно начинаем вкатку в сезон. Все ощущения только положительные исключительно. Вот. Очень приятно вспомнить город Казань, как раз, можно сказать, на пике своей карьеры. Здесь провел практически один из самых лучших сезонов в своей карьере. Всех ребят знаем, со всеми общаемся. Все замечательно. УМО уже прошло, получили уже анализы все. Но я думаю, что вы все видите, да, что ребята в прекрасной физической форме, даже немножко удивились. Мы обычно бывают какие-то шероховатости, там, да, кто-то вернулся, тем более такой большой перерыв. Но нет, я думаю, что все тут и взрослые у нас есть, уже заслуженные спортсмены, и молодежь, которая приехала абсолютно готовы, соскучились. Сейчас, наверное, в большей степени тренерская задача – это притормаживать их, а не разгонять, да? Я всегда оцениваю свою готовность на максимум, если честно. С годами, конечно, есть какие-то свои минусы на физической форме, но это можно всегда восполнить опытом, который ты никогда не уходит, он только пытает своим здоровьем занимать всегда максимально, так что, ну, время покажет. В основном нагрузка на песке, тренажерный зал, подготавливаем связки, колени, суставы и готовимся к переходу на площадку. Я думаю, что займет где-то 3 недели. Здесь мы можем укреплять наш связочный аппарат, да, то есть это голеностопы, колени, то есть это покрытие более мягкое, чем в зале, то есть это природа, это потребление кислорода, да, то есть, ну, это вот эти вот вещи, они все там взаимосвязаны. Вот также мы и на стадионе тренируемся, то есть также у нас есть бассейн. То есть первые, вот как я сказал, втягивающие 3 микроцикла, в зал мы вообще не выходим. Вот. И потом уже понемножку будем выходить в зал, возвращаться на нашу поверхность, потому что к ней тоже нужно будет привыкать. То есть, ну, это все будет постепенно, время у нас есть на это. Я считаю, что у нас очень прекрасный коллектив подобран. Что касается наших молодых ребят, да, они добавится с 1 числа. На сегодняшний день я вижу, что очень хороший коллектив сложился. Как это будет все перенесено на площадку, мы посмотрим в течение сезона. Сейчас сложно говорить, потому что полкоманды нету здесь на сборах. В каком состоянии ребята вернутся с Олимпиады, потом еще чемпионат Европы. Посмотрим. Естественно, у нас состоялся разговор с главным тренером. Мы определили, какие роли кто будет исполнять. И прекрасно понимаю, что есть ребята молодые, которые должны показывать свой волейбол. Но также понимаю, что в определенный момент надо выйти и помочь. У меня всегда были цели, только первое место, будем стремиться к наивысшим результатам. Все будет зависеть только от нас. Значит, в сентябре будет предварительный этап Кубка. То есть его турнирное значение зависит от того, какое количество представителей сборной у нас будет. То есть если все останется так же, то, по сути, это и будут такие товарищеские подготовительные матчи. Ну, а так у нас сейчас есть, получается, 40 дней для того, чтобы подготовиться к сезону. Ну, мы знаем, как их провести. Нам, на самом деле, матчи и не нужны в этот промежуток времени.